Авария на очистных сооружениях поселка Березки, сообщение о которой в конце прошлой недели распространила телепрограмма «Вести Москва», локализована. Выброс фекальных стоков на рельеф местности прекращен. Значит, работы велись и в субботу, и в воскресенье. Непосредственно я там присутствовал. По данным санитарной службы района, в рамках реализации национального проекта «Здоровье» прививки от гепатита Б, кори, полиомиелита, дифтерии, столбняка, туберкулеза и коклюша получили свыше 95% подлежащих вакцинации жителей. От гриппа вакцинировано всего 16%, и этого, по словам медиков, недостаточно для создания надежной иммунной прослойки. На 2007 год у нас задача осложняется по прививкам против гриппа. Значит, мы будем прививать первые и девятые классы. Было первый, четвертый по нацкалендарю, теперь первый и девятый. Солнечногорское городское хозяйство так и не обеспечило удобства жителям улицы Гражданская. Поручение главы района сделать для пешеходов деревянные настилы на период ремонта проезжей части выполнить не удается. Там ситуация какая, мостки стелили, доска хорошая была, и доски эти практически за ночь уходят. Вечером постелили, утром нет. Вот эта вся информация. Руководство района намерено пообщаться с родителями учащихся общеобразовательных школ. Встречи запланированы в рамках родительских собраний. В каждой школе, где мы будем, надо там будет посмотреть, что сделано, что мы планируем на этот год сделать, то есть, чтобы вот эта вся информация была собрана. На совещании обсуждались и другие вопросы.